Маргарита Терехова. История жизни и страшная болезнь актрисы. Сын народной артистки Маргарита Терехова Александр рассказал о состоянии 78-летней актрисы, страдающей от болезни Альцгеймера. По словам мужчины, в настоящий момент его мать находится на одной из поздних стадий заболевания. Сложно сказать, как мама сейчас себя чувствует, потому что при таком диагнозе, при болезни Альцгеймера, человек сам может этого не понимать. Началось все примерно 10 лет назад, и сейчас мы уже на одной из поздних стадий. Мама сама не ходит, практически не говорит, не реагирует. В ней осталась какая-то неизбывная харизма, однако в целом все довольно печально. Человек начинает пропадать и исчезать, сказал сын символа СССР в эфире программы Эксклюзив на первом канале. Александр также подчеркнул, что Маргарита Борисовна ныне проживает в собственной квартире и находится под постоянным присмотром специальных помощниц. Мы старались не распространяться, но уже очевидно, что незнание порождает... Мысли я их хочу развеять. Мама, естественно, не брошена. У нее семья, дети, она постоянно под присмотром. Мама живет в своей квартире, рядом с ней. Находится помощница, передал родственник актрисы. Кроме того, сын Тереховой признался, что родные артистки несколько затянули с началом лечения советской звезды из-за ее природной рассеянности. Это происходит постепенно маме вообще была свойственна рассеянность, всегда находилась в каком-то ином измерении. И мне кажется, что вся эта рассеянность медленно перетекла в болезнь. К сожалению, в силу маминого характера добровольно пройти на обследование, она не хотела. «По незнанию мы упустили момент, когда можно было бы замедлить процесс», — поведал Александр. Согласно мужчине, вследствие болезни Терехова стала вести себя по-детски. Считается, что из-за болезни Альцгеймера человек возвращается в детство, он как бы откатывается назад. И действительно есть что-то похожее, когда Верочка, моя дочка и внучка мама, родившаяся с ней в один день, и генетически взявшая у нее многое, была еще совсем маленькая. Я вот нее приезжал к маме и видел по-настоящему похожие вещи», — заключил Терехов. Близкие Тереховой долгое время скрывали от поклонников актрисы правду о ее здоровье. Страшные подробности, касающиеся состояния артистки, стали достоянием общественности лишь в этом году. «Мама стала как ребеночек, такая милая, трогательная девочка, практически не имеющая связи с этим миром. Она практически не разговаривает, уже не может», рассказывала в августе дочь Маргарита Борисовна Анна в эфире телеканала «Россия» только изредка произносит отдельные слова, но меня и брата мама узнает. Иногда, когда я рассказываю ей какие-то истории про старых знакомых, она вспоминает и их. Я вижу это по ее глазам, а еще она очень любит стихи, я часто их читаю. Еще ранее она сообщила, что вместе с другими членами семьи готовит биографическую книгу о народной артистке России. Общаюсь с мамой каждый день, передает слова дочери одно известное издание, собирая по крупицам ее воспоминания о молодости, работе в кино, дружбе с интересными людьми. Хочется, чтобы все детали ее уникального пути вошли в книгу. Маргарита Терехова постигла актерское мастерство в школе-студии Завадского при Театре имени Моссовета. По окончании обучения она стала актрисой Театра имени Моссовета, на сцене которого впоследствии выступала долгие годы. В кино артистка дебютировала в 1965 исполнив роль Тани в картине «Здравствуй, это я» режиссера Фрунзе давлатяна Всенародная известность Тереховой принесли ленты «Бегущая по волнам», «Белорусский вокзал» и «Зеркало». На счету народной артистки страны также участие в фильмах «Монолог», «Собака на сене», «Русь изначальная», «Благочестивая марта», «Д'Артаньяна», «Три мушкетера», «На всю оставшуюся жизнь», «Расписание на послезавтра», «История кавалера», «Дегрие и Манон Леско», «Давай поженимся» и многих других.